Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Томас, и мы с вами сегодня продолжаем проходить игру Mafia The City of Lost Haven. Сейчас у нас миссия, нам нужно разобраться с громилами, или как же он их назвал? Ну, в общем, с обезьянами. Блин, подождите, как же он их назвал? С макаками, с гориллами. В общем, Морелла, это чувак, который, видимо, в общем, какая-то враждебная семья по отношению к Сальери. В общем, сегодня, так как они за мной в прошлой серии охотились, женщина, уйдите с дороги. Они за мной охотились, в общем, раздолбали мне машину. Вот, потом я подвыпил со своими чуваками, с Поли, в общем, с самим Сальери, и меня вроде как приняли в семью, сейчас меня снарядили, у меня есть пушка, у нас есть машина, и мы сейчас вместе с Поли, с нашим другом новоиспеченным, едем сейчас в... Куда же мы там едем? В общем, куда-то едем, к тому бару Морелла. И будем фигачить машины тех козлов, которые на нас рыпались. Точнее, именно те козлы уже мертвы, но мы отомстим просто тем чувакам, которые на Салье... Ой, на Морелла этого работают. В общем, это все нам, да, нужно будет еще изучить с вам семьи Морелла, там всякие разные... Сальери, кто это, что это и так далее. Блин, а я, знаете, я дурак. Я дурак, но вообще в другую сторону, а я тут, блин, катаюсь, видимо, машину обкатываю просто. Опаньки. Это что такое слева? А, это пожарная, видимо. Ха, прикольно. Прикольно. Так, судя по всему, нам нужно сейчас на улицу Джулиана сейчас через... Кстати, вот через этот переулок, возможно, мы... Это полиция. Кстати, полиция сейчас даже за то, что мы просто врезались в них, понимаете, они нам ничего не делают, потому что Дон Сальери, ну или не Дон, но скорее всего Дон, сказал, что... Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. Сказал, короче, что полиция куплена и, ну то есть, что все, можешь не беспокоиться о полиции, но сильно, говорит, не наглей. То есть это значит, если мы начнем с ними драться или... типа того, то тогда они меня повяжут. В остальных случаях превышение скорости, проезд на красный, плевать, полиции похер, потому что им платят. Вот такие вот делишки, друзья, такие дела. Вот видите, я нарушил, но всем плевать, хотя и, по-моему, и было плевать, но неважно. В общем, да, поехали. Сейчас нам нужно будет направо, потом через тот же самый тоннель, через который мы проезжали в прошлом видео, в прошлой серии, нам нужно будет проехать в ту часть города и, видимо, еще дальше, да, на другой вообще остров. Окей, Чайнатаун, нифига тут. Уинслет Эйв. Слушайте, а город-то огромный, видимо. Ну ничего, мы по сути, ой, по мере прохождения мы, ребят, будем об этом городе как можно больше узнавать. Поэтому все будет окей. Все будет окей. Ну-ка, давайте попробуем разогнаться полностью. Насколько нас хватит? Насколько машина разгонится? Когда она станет неуправляемой? 60 миль в час. Нет, 59 и держится. Видимо, это пиковая скорость, друзья. Это все. Алло, в смысле? Ты чё слышишь? Ты же коплен! Окей, ладно. Поле, отстрели его нах. Мочи его, Поле. Долбанная полиция. Видимо, не куплены. Так, так. А, можно было остановиться, видимо, и просто штраф заплатить. Но сейчас они от нас не отстанут, походу. Эй, как вы так быстро догоняете? Спасибо. Подтолкнули, господа. Все, сейчас, значит, от копов уедем. Я надеюсь, получится. Там впереди еще копы. Блин, целых две машины. Это опасно, конечно. Копы подняты по тревоге. Мы в розыске с вами. Вау, это мой первый розыск. Как... Ой, бабушка, простите. Как удачно я повернул сейчас. Ой-ой-ой, полицейский разворот. Нет. Ладно, ладно, мужики, все нормально. Все, все, окей, я выхожу. Сволочи вы, конечно, еще те. Ой, меня повязали. Все, 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 я выкинул биту, все нормально, мужики, все, не горячитесь. Вот, вот, руки за спину, да-да-да, все нормально. Окей, чуваки, это наша первая
Первый арест в этой игре. Окей, можно поздравить, похлопать. Так, давайте еще раз. Поезжайте в бар Морелло и разгромите все машины, припаркованные на заднем дворе. Вот какая у нас миссия. В бар Морелло и разбомбить... Не разбомбить, ну, разбить, в общем, все машины, припаркованные на заднем дворе. Окей. Окей, сейчас я это все быстрее буду делать, потому что... Ну, теперь я уже знаю дорогу и как-то проехать. Вот. Такие вот дела, друзья. Ну, в общем, я думаю, пока мы будем ехать, друзья, я запись отключу, потому что у меня там очень мало места осталось на жестком диске. И я, в общем, запись отключу и включу, когда мы уже будем подъезжать, хорошо? Я не думаю, что что-то интересное у нас произойдет за это время. Воу, как шикарно я дрифтанул. Да, в общем, ребят, встретимся чуть позже, когда я уже доеду до миссии. Так, ребят, мы почти доехали. Вот он тот переулок, видимо, в который нам нужно. Проезжайте в бар Морелло, поезжайте в бар Морелло и разгромите припаркованные машины, окей. Ясно, а как выйти из машины? А, видимо, нужно сначала подъехать на точку, потом выходить уже. Окей, нам нужно вот сюда вот. Сюда? Да, тут человек стоит, смотрите. Алло, слышь? Так, как из машины выйти? Так, секундочку. Это вот я не предусмотрел, я думал тут на F. Так, ладно, присесть, так, ходьба, действие, правая кнопка мышки. Карта города, задание, режим снайпера, что... Так, вот машина. Машина, передача вверх, передача вниз, гудок, влево, сцепление, акселератор, тормоз, назад. Замена машины... Угу. Подожди, а как выйти? Наверное, все-таки персонаж. Ходьба, бег, задание, карта города... В смысле, блин? Действие, ну, правая кнопка мышки, что ли, я не понял. Так, может, прочее? Нет. Хм. Очень странно, ну давайте... О, правая кнопка мышки! Так, видимо, дела совсем плохи. Походу, нам все-таки нужно было машину оставить, блин. Вот я дуралей. А коктейль Молотова? Подожди, режим снайпера как у нас там? Сейчас давайте еще раз настройки управления. Блин, ужасно неудобное управление на самом деле. Но я думаю, все с этим сталкивались, поэтому режим снайпера у нас будет пусть на среднюю кнопку мышки. Пусть. Вот, посмотрим, что за режим снайпера. Что? В смысле? А, блядь, а его оружие ни о чем вам не говорит? Сволочи продажные. Получите, блядь, горите все. Горите, сволочи, в аду, блин. Чё за фигня это была только что? Так, ладно. Обходной путь и снять охранника по-тихому нужно. Все, понял. Так, давай-ка я машину разверну, наверное, сразу, потому что я чувствую, нам отсюда драпать придется нехило. Поэтому аккуратненько сейчас припаркуюсь вот сюда, вот так вот, и все. Давайте вылазить отсюда. Так, обходной путь, да, говорите? Хорошо, коктейль Молотова. Я думаю, вот здесь вот обходной путь. Охранник тут один. А нам нужно как-то снять охранника для начала. Вот так вот. Вот и снял. Сволочь, получи, получи, сволочь, гад. Так, теперь... Фигачим машины. А подожди, а коктейль Молотова нам нужен или, или не особо? Вот так, ладно, получи тогда раз. Получи тогда... Оу, подожди, коктейль еще один. Вот так вот, два получи. И теперь ты получи еще. Так, не-не-не, подожди, это кулак снова. Нам нужно постоянно выбирать. А, у нас все... О, ёб твою! Всего два коктейля у нас. Окей. Ой-ой-ой, это опасно.
Все, возвращайтесь к Сальери, отлично. Все, сейчас эта машина тоже взорвется, и нам нужно драпать, друзья, пока никто не пронюхал, что это были мы. Просто садись. Bolt Ace Forder называется наша машина. Алло, ты заведешься, нет? Фок. Все, валим. Это было изично. Наверняка сейчас нам еще и денег отвалят. Возможно, купим костюм покруче, квартирку покруче, машину какую-нибудь клевую, собственную. Хотя нафига нам машина, если мы можем своровать любую. Так, сейчас налево. В общем, нам, ребят, нужно ехать в бар Сальери сейчас. Надеюсь, тут по дороге никаких диалогов не будет, потому что сейчас я планирую отключить запись, чтобы включить ее как раз тогда, когда мы подъедем к бару. Если что-нибудь будет интересное, друзья, я вам расскажу по включению, хорошо? Давайте встретимся у бара Сальери. У меня проблемы, чуваки. У меня проблемы. В общем, я отпустил газ нечаянно, вот здесь вот, на вот этом вот подъеме, с этого тоннеля. И, в общем, короче, у меня все, у меня машина не едет сейчас ни вперед, ни назад, никуда. Она просто не едет. Я нажимаю вперед сейчас ехать, не едет. Блин. Я, ребят, не знаю, что делать. Походу, нужно выходить как-то и помогать машинке. Потому что это жесть. Так, господа. Нахер пошел? Нахер, говорю, пошел. Подожди, а могу я украсть машину у него? Окей, ладно, неважно. Подожди, а мы можем... Мы можем оставить машину? Ух ты! Это хорошо. Это хорошо. Так, на Q у нас присаживаться, на R... Ага, а как менять оружие? Менять оружие. Сейчас я быстро посмотрю в настройках управления. Так-так-так, бросить оружие, спрятать оружие на R, отлично. Вот так вот, все, кулаки. Хорошо, машину, значит, можно бросить, это очень хорошо. Так что, дружище, пойдем. Блядь, ты чё? Пожар, ты хренов, ты людей спасать должен, скотина. Так, сколько у нас осталось? О, да тут вообще недалеко, побежали, добежим с тобой, друг, добежим. Бегать иногда тоже полезно, знаешь ли. Поэтому, вон, даже может с дамочкой... Отов, ты куда? С дамочкой познакомиться хотел сказать. Эй, здрасте, дамочка. А, некогда. Ну, ладно. Мы просто ее так с двух сторон окружили. Окей. Побежали в бар Сальери. Блин, ну кто ж знал? Кто ж знал, что нельзя отпускать газ? Нужно разгоняться и с разгона на эту горку заезжать, блин. Черт возьми. Бар Сальери. Мы добежали, друзья. Ух, это было недолго, конечно. Ух, смотрите, какая идет драсть. Ну, так это можно исправить, дамочка. Пожалуйста, не трогайте меня. Все, все, ладно, ладно, прости. Ну ты че, блин? Тебя даже трогать не пришлось, ты сама зависла. Боже мой. Что, что с ней не так? Вам помочь, дамочка? Да, и такое бывает. Так-с, подождите-ка. Куда нам зайти? С какой стороны? Может, с этой? Может, вот так вот? Или на вообще в главный ход? Зачем я сюда зашел? Во двор-то, а? Блин. Капец. Зачем? Нам, видимо, с главного входа нужно зайти туда. А, да, вот. Бар Сальери. Вечеринка с коктейлями. Ну, миссия, я думаю, у нас закончена. Теперь Дон Сальери увидит, мы что мне можно, можно доверять. Чудесно, садитесь. Все прошло хорошо? Более босс, чем. Он создан для этого. Они и ртов открыть не успели, как остались без колес. Ну ладно, ладно, а ну что вы. А пока это переваривали, мы смылись. Морелла сейчас кипятком писает, ага. Правда? Я рад это слышать. Томми, мужик, что надо. Что ж, добро пожаловать в семью, Томми. О-о-о. Ты прошел первую проверку. Это честь для меня, так сэр. Что нас можно поздравить с пополнением. Я рад, что он теперь с нами, босс. Видите, он совсем не трус. И справился просто отлично. Отлично, парни. Фух. Давай. Мы в семье? Давайте спасибо. Выпьем за это. В гараже появились новые машины. Bolt Ace Forder зеленый. Вау.
Ну, это круто. Даже очень. Так, у нас тут новая миссия, но... Да, давайте посмотрим сейчас. Сегодня вам надо будет заскочить в пару мест, собрать деньги за крышу. Два ресторана и мотель за городом. Билл из мотеля в последний раз припоздал. У него были некоторые проблемы. Так что сегодня он заплатит немного больше. Возможно, ты слышал, что некоторые преступники зарабатывают с помощью угроз. Это определенно не наш случай. Люди, которые нам платят, получают услуги. Услуги, которые они не смогут получить от полиции. В прошлом месяце, защита, например, от других бандитов. Сэм и вот Полли решили серьезную проблему с насилием в одном ресторанчике. Теперь владелец уверен, что ничего подобного никогда больше там не случится. Ты будешь за рулем. Смотрите, у него есть сигареты, пузырьки... Господи, пузырики идут. Зайдите к Ральфи, он даст машину и можете ехать. Окей, босс. Ну а мы с тобой выпьем. Что скажешь, Фрэнк? Зайдите к Винченцо за оружием, поговорите с Ральфом, соберите дань. Отлично, отлично. Вот наша новая миссия, друзья. Мы должны ехать в какой-то загородный дом, чтобы выбить дань из чувака какого-то или чуваков. Я не уверен. Ну, в общем, нам по-любому нужно ехать за город сейчас. Это очень интересная миссия, я уверен, будет. И посмотрите, сейчас нам можно теперь тут посмотреть и осмотреться вокруг. Какой-то классный бар. Тут даже бильярд есть. Не уверен, правда, и можно ли в него играть или нет, но он тут есть. Слушайте, а можно их ударить? Ладно, не будем этого делать. Не будем. Смотрите, сколько тут виски стоит, всяких разных, всякая разная выпивка. Блин, тут все прям шикарно очень. Посмотрите вокруг. Обалдеть. Да. В общем, друзья, давайте на этом завершим нашу сегодняшнюю серию, где мы разбили машины чуваков. Ну, то есть... приспешников, подопечных, не знаю, как это сказать, в общем, это людей Морелла. Мы у них машины разбомбили, вроде как отомстили, и, в общем, поставили на место этих долбанных морелловцев. Вот. Так что, да, можно считать, что сегодняшняя серия у нас успешная, и, в общем, да, все. А еще нас даже сегодня остановили и арестовали в этом видео. Это было прикольно, кстати. Все, ребят, спасибо большое всем за просмотр. Я надеюсь, вам все нравится. А если вы здесь впервые, друзья, то подписывайтесь. И не забывайте, пожалуйста, друзья, даже если вы постоянный зритель, подписчик, не забудьте, пожалуйста, проверить, стоит ли у вас колокольчик при подписке, потому что иначе видео... иначе видео не будут выдаваться у вас, ну, то есть оповещение о новых видео вам приходить не будет. Вот, так что, да, если хотите, ребят, следить за каналом и не пропускать ни одного видео, ну, либо серии по этой игре не хотите пропускать, то нажимайте на колокольчик обязательно, проверяйте все это. Все, ребят, не буду вас задерживать, спасибо вам большое еще раз, с вами был Томас, счастливо и до следующих видео, друзья. До следующих видео.